Багульник болотный. Семейство бересковое. Другие названия. Багун душистый, багула, болотная одурь, болотник. Цветет в мае-июне. Семена созревают в июле-августе. Растение ядовитое. Заготовка производится в фазе созревания плодов. Срезают секатором однолетние побеги, сушат в тени. Сырье раскладывают слоем 5-7 см. Растение ядовито, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать осторожность. После сушки удаляют грубые безлистные ветки. В современной медицине практически багульник болотный применяют как противокашливое и отхаркивающее средство при острых и хронических бронхитах с бронхоспастическим компонентом, бронхиальной астме и как коклюше, улучшая откашливание и подавляя кашель. Они предупреждают нежелательные изменения в системе кровообращения, повышение давления в малом круге кровообращения, повышение периферического венозного давления и так далее. Устраняет бессонницу, головную боль, также применяется в качестве мочегонного, дезинфицирующего и антисептического средства. В гемеопатии настойку багульника совместно с другими компонентами применяют при лечении ревматизма.